Здравствуйте, всех рад приветствовать на канале. В этом видео поделюсь с вами, как сделать секретный порошок для рыбалки своими руками. Подготовил здесь все нужные компоненты. От этого порошка на рыбалке происходит следующее. Думаю, многие знают, что происходит с рыбой во время весны. Весной рыба выходит на мель. Вся рыба абсолютно, которая есть, старается быть поближе к мелководью, и буквально вода кипит от рыбы. Это называется весенний жор, то есть нерест. У рыбы такое поведение, и ее буквально невооруженным глазом видно, и здоровенные карпы, и караси, и так далее. И вот, если взять этот порошок на рыбалку, то тот же самый эффект можно получить в любое время года. И весной, и летом, и осенью, и зимой. Добавив его вместо ловли, рыба станет просто стеной. Будет вся вода бурлить от этой добавки. За счет чего так происходит? За счет натуральных компонентов, в которых содержатся вещества, которые заставляют рыбу питаться. Рыба чувствует сильный голод и хочет найти эту добавку. Но суть этой добавки в том, что когда мы ее добавляем в определенное место, если мы с удочкой ловим, либо же фидером закармливаем какую-то точку, этот порошок, он по типу муки. И попав в воду, он в течение 20-30 минут действует и образует лишь мутное облако. Тем самым рыба постоянно держится в этом мутном облаке. И в это мутное облако мы будем забрасывать свои снасти. Будь то поплавочка, любая донка, неважно что. Там рыба будет стоять просто немерено. И наше дело ее уже выловить всю. Ну как всю? Положенную нами норму. В каждом регионе своя норма вылова. Но суть в чем? В том, что этот порошок, он поможет собрать всю рыбу. И ее будет прям видно, как она подходит и кружится в одном месте. Это если с поплавочкой. Если мы где-то подальше от берега ловим, то, конечно, это уже только с какого-нибудь дрона можно увидеть сверху. И чтобы поделиться с вами рецептом, я подготовил все детально, досконально, от и до. Даже взял специальные весы, чтобы точные граммовки показать и смешать все компоненты. А вас же я благодарю за вашу поддержку, лайки, комментарии, подписку на канал «Авторская прикормка». Не забудьте написать пару комментариев под этим видео. Можете даже сейчас поставить на паузу, написать пару комментариев в поддержку этого видео. Мне будет очень приятно. Можете написать даже просто «спасибо за мои труды». Вам, думаю, несложно написать пару слов. Можете даже любой вопрос написать, либо еще что-то. Неважно, просто комментарий в поддержку видео. А мы приступаем к самому рецепту. Итак, как я уже говорил, я взял весы, чтобы показать точные граммовки. Для начала возьму тару пустую. Так, куда я все делал? Компоненты здесь все достаточно бюджетные. В бюджет 50 рублей можно собрать такой секретный порошок для рыбалки. Его, во-первых, можно будет хранить в сухом виде, либо развести с сахарным сиропом. Это уже как кому удобней. Так, включаем весы. Ставим миску. Обнуляем ее. И далее добавляем следующие компоненты. Нам надо буквально 15 грамм молотого каштана обыкновенного. Я уже отмерил четко, так что все могу высыпать сразу. Ну, тут буквально на пару грамм ошибся, ничего страшного. Дальше добавляю молотый птичий корм. 10 грамм нужно. Ну, вот так примерно тоже все четко.
Дальше 5 грамм кукурузного глютена также насыпаю. Кукурузный глютен, он заранее обжарен на сковородке. Его можно прокалить и в духовке. От этого хуже не станет. Я вам говорю точные пропорции. Я тут немного ошибаюсь на 5 грамм туда-сюда. Но вы слушаете точные пропорции. Далее нужно положить 10 грамм сухого ароматизатора фруктового. Вот так. У меня в качестве сухого ароматизатора фруктового поступает кисель с различными ягодами. Он пойдет в качестве сухого ароматизатора. Далее, конечно же, нужно добавить соль морскую. Тут уже на этот объем просто одна чайная ложка идет. Вот так. Итак, все замешивается. Сюда, конечно же, еще сейчас пойдет один компонент. Его нужно тоже чайную ложку. Он завершающий в этом составе. Вот так. Это у нас буквально щепотка, она же чайная ложка такого сухого бетаина. И еще раз тщательно замешать. Все, наш секретный порошок для рыбалки готов. Его можно применять как, то есть, например, намолоть макухи либо свежих жареных семечек, ну, объем, например, вот как эта миска, грамм 100, и в них добавлять уже этого порошка столовую ложку. И закармливать, например, точку, если мы ловим с поплавочной удочкой. Если ловим фидером, то данного объема хватит аж на 2 килограмма прикормки. То есть пол этого объема на килограмм прикормки. То есть используем свою самую лучшую проверенную прикормку, которая хорошо привлекает рыбу, и усиливаем ее эффект данной добавкой. И всегда прекрасно ловим рыбу. Порошок очень действенный, хорошо себе зарекомендовал, уже не один десяток лет, все время его применяю, но мало когда о нем рассказываю. Впрочем, никогда о нем и не рассказывал, но в этом видео показываю сразу рецепт. Но всегда подсыпаю его, где он необходим, в прикормку. Особенно когда вообще рыба не клюет, то столовую ложку подсыпав, сразу начинается хороший бешеный клев. Собирается абсолютно вся рыба, которая есть в водоеме. Рецепт действительно очень хороший, достойный. Мне очень нравится. Был рад с вами поделиться им. Спасибо вам большое за ваши лайки, комментарии. И что подписываетесь на наш канал «Авторская прикормка». Всем всего доброго, до скорых встреч!